Декоративно-прикладным искусством Лидия Хамхоева занимается больше 10 лет. Говорит, что ближе всего ей вышивание. Картины бисером, к примеру, позволяют воспроизвести десятки образов. Сюжеты ограничиваются лишь фантазией мастера. В основном мое любимое занятие, и вообще очень люблю вышивку лентами. Во-первых, потому что там работы, объем, как бы сразу видно, на лицо бывает, очень долго возиться не надо бывает. Ну, не потому что у меня терпения нет, а просто когда уже результат на лицо, и это вообще интереснее бывает, вышивка лентами. Лидия всегда изучала произведения искусства, несколько раз выставлялась. Когда мастерице предложили поучаствовать в акции «Вышитая карта России», она решительно приступила к работе. Суть проекта – создать большую карту нашей страны в виде вышитого полотна. Его отдельные фрагменты должны отражать своеобразие каждого региона. Подготовила несколько вариантов эскизов, несколько вариантов, что я туда хочу внести. И с девочками музея ИЗО в Карбулаке я показала и Любе, директору музея, и моему куратору Тамусе. И мы как бы выбрали один вариант. Было несколько вариантов, и мы выбрали с этого один вариант. Это была одна из самых непростых работ для Лидии. Если у других участников акции было 20-30 сантиметров, а то и 1,5 метра полотна, чтобы отобразить культуру своего региона, то у нашей мастерицы всего 7 сантиметров. Важно было показать самую маленькую республику в своем величии. Я просто на карте вышила наш флаг, солярным знаком флаг сделала. Потому что у меня была еще возможность, у меня было поле деятельности. Они прислали еще ткань, кусок 50 на 50. Мне на этой ткани надо было в размере 35 на 35 в этой картине показать наш колорит, наш орнамент. Я сделала истик и сделала вышивку. Я как вышиваю наши национальные платья, чокыш, нашу национальную свадебную вышивку. Сейчас регионы соединяют в огромную единую карту России. Оценить работу Лидии воочию, да и всех участников, можно будет на главной площади в Чувашии в День России 12 июня. Дальше карта начнет путешествовать по всем федеральным округам страны. Хава Газикова, Магомед Доскиев, Новости 24.